Раз. Так, эта песня, наверное, в наибольшей степени написана про какие-то ощущения, которые ты испытываешь, когда смотришь на Влада. Вот она про эмоции, она не про что-то конкретное, почти. Там есть одна конкретная история. Я помню, как ты рассказывал, как прошел какое-то огромное количество километров пешком. Было такое, да? Вот там одна конкретная история, а все остальное — это личное впечатление, эмоции, какие-то чувства, которые складываются, когда на тебя смотришь. Вот про это мы споем.